Самого популярного курорта Турции в 2022 году ждут тяжелые времена. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей из мира туризма. Число российских и украинских туристов, ранее составлявших до 70% гостей в Кемере, резко сократилось. На курорте ожидают сокращения турпотока минимум наполовину. При этом число мигрировавших на курорт на постоянной основе, в первую очередь также украинцев и россиян, увеличилось, и это привело к резкому росту цен на покупку и аренду квартир. А это несет новые проблемы курорту. Как заявил мэр Кемера Наджати Тапалаглу, в Кемере, куда ежегодно приезжают 6 миллионов туристов, в этом году их число сократится до 3 миллионов человек. И уже заполняемость отелей в районе Кемера упала до катастрофически низкого уровня в 50%. В настоящее время в отелях больше всего туристов из Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Польши, Литвы и Эстонии. Мэр также напомнил, что турецкие авиалинии получили 349 разрешений на полеты в Россию в неделю. И эта новость обнадеживает руководство курорта. Есть у Кемера и другие проблемы. Богатые люди из Украины приехали в Кемер на постоянное жительство. В итоге и цены на жилье, и арендная плата выросли почти в 10 раз. Работники отелей не могут позволить себе арендовать жилье, рассказал мэр, добавив, что эта проблема в целом теперь характерна для всей Анталии. В целом популярный курорт Турции объявил о наступлении тяжелых времен.